Дмитрий Хворостовский предстал перед столичной публикой в образе Дон Жуана на сцене Большого зала консерватории. Прозвучали арии из опер Моцарта и Верди. Золотой баритон России сопровождал Государственный симфонический оркестр имени Светланова под управлением Марка Горенштейна. Дирижировал Ион Марин, в послужном списке которого Венская опера, работа с берлинским и лондонским оркестрами. Марин – частый и желанный гость на российской сцене, но за пульт Государственного оркестра имени Светланова встал впервые. Дебют в этот вечер был и у солиста Мариинской оперы Ильдара Абдразакова. Молодой бас уже завоевал признание за рубежом, но в Москве почти неизвестен. Дмитрий Хворостовский, который уже представлял российским меломанам таких звезд мировой оперы, как Рене Флеминг и Сондра Радвановски, решил исправить это упущение. Зал, может быть, Майами и собрало, но соберет. Но этот зал уйдет уже с именем Ильдара на устах.